Написать картину здоровья северянина попытаются колымские ученые. Как считают специалисты, это поможет понять, какие изменения происходят в организме человека, живущего на Крайнем Севере, для того, чтобы создать максимально комфортные условия для жизни. К участию в обследовании приглашают представителей мужского пола в возрасте от 30 до 45 лет, проживающих на Колыме в первом и последующих поколениях. Программа исследований рассчитана на год. По результатам будет дано заключение специалистов о состоянии сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной системы, гемодинамики и микроциркуляции, состоянии элементного баланса, психофизиологическом статусе и другие. Лаборатория нейрокибернетики, она позволила нам уже через несколько десятилетий продвинуться вперед, и донозологическая диагностика, то есть до того, как мы уже успеем поиметь какие-то проявления заболевания, когда они выражены, когда они активны, когда их можно зафиксировать лабораторными методами, вот наша методика позволяет их зафиксировать до самого начала клинического проявления. Методы исследования неинвазивные, проводятся без нарушений кожных покровов, волновых или иных методов воздействия на организм. Стартовое обследование начнется в сентябре 2020 года. Запись ведется по телефонам 62 84 82 и 60 75 44 или по адресу электронной почты arctica.magadan@mail.ru.